Всем привет! Рубрика «Разбор полетов». Мне часто бывает в личку пишут люди с просьбой посмотреть тот или иной лог, посоветовать, найти какую-то проблему. Недавно мне написал один человек и попросил посмотреть, все ли нормально с пидами и посоветовать, в какую сторону их крутить. Итак, я загружаю исходный лог, который он мне скинул. Я выписал параметры по питчу и по роллу, которые были до, так сказать, моего совета, моих рекомендаций. Что я вижу на логах? Я посмотрел сначала графики PID R Target Actual по роллу. Что я вижу? Я вижу, что желаемая угловая скорость достигается, в принципе, быстро и как этого хочет полетный контроллер. Но сразу после достижения есть вот такой вот отскок характерный. Как видно вот здесь, на этом участке, то есть зеленый график, это действительная угловая скорость, она отскакивает. Данное поведение очень сильно походит на то, что величина D очень сильно большая. И я посоветовал уменьшить параметр D по роллу. То есть был до моего совета 0,77 тысячных. После он уменьшил в два раза практически. И смотрим график после уменьшения D. Вот так выглядит график. Уже это второй вылет у товарища был. Как можно увидеть, остальные параметры не менялись. Изменилось только D. Как видно, отскок пропал. И можно сказать, что пиды по роллу стали практически идеальными. Местами где-то, конечно, графики не повторяют друг друга, но это не коптер, это все-таки самолет. На него могут действовать порывы ветра. Так, это автоланч, я так понимаю. На него не стоит смотреть. Вот, то есть в целом график стал более правильный, так скажем. Так, хорошо, с роллом разобрался. Построю графики по питчу. На этом участке лога очень хорошо видно, как PID-P Actual не достигает график PID-P Target. Отсюда можно сделать вывод, что не хватает величины P, что и было устранено во втором логе. Найти участок, где активная рулежка была по питчу, но нет такого участка. Но даже если вот здесь посмотреть, видно, что стало намного лучше. Перелетов особо нету. В целом можно сказать, что P более-менее нормальное. Но есть такая вот тряска. От чего она может быть? Выведу вместе P и D. На D не походит, потому что график D, в принципе, находится где-то внизу. Но с другой стороны, он довольно-таки высокочастотный. Возможно, все-таки D по питчу стоит также прибрать. Вот такая вот информация в копилочку знаний по анализу логов ArduPilot, ArduPlane. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.